Приветствую вас, друзья! По просьбам телезрителей я решила показать потайной узел, который привязывается на браслете. Итак, я в описании оставлю видео, где я показывала, как сделать браслет хиппи. Было это очень давно. И там есть такой узел, где я завязываю концы браслета и показываю потайной узел. Итак, вот это у нас... Значит, от браслета. Представьте, что это конец от браслета. Здесь у вас браслет, да, допустим, вот так вот. У меня это корейский шнур, у вас может быть что-то другое. Оставляем примерно 20 сантиметров для того, чтобы сформировать узел и оставить на сам браслет, на застежку браслета. Итак, делаем петлю. Это у нас конец браслета, это для создания петли. И вот этот вот длинный, который конец, я начинаю наматывать. Вот таким вот образом, ровненько, стежок к стежку. 3-4 вполне достаточно. Вот я сделаю 4. И вот этот длинный конец мы продеваем в нашу петлю. Всю эту конструкцию нашу удерживаем и подтягиваем за кончик, который остался с другой стороны, так, чтобы вот это место ушло вот в эту саму петлю. Вот в эту намотку чуть-чуть подтягиваем, смотрим, что наша петелька вниз туда спряталась, хорошенечко вот так еще тянем потуже . Ну и в принципе вот наш узел готов. И здесь мы подрезаем кончики от нашего браслета, который сюда идет. К примеру, вот так вот. И далее формируем застежку из оставшегося конца. Вот такой несложный узел, но почему-то не могут найти, как это сплести. Достаточно просто. Ну что, всем пока-пока, творческих вам успехов и до новых встреч!